Москве лето, все уже привыкли. Это время для столичных татар стать еще ближе друг к другу. Но именно в этом году Дни культуры Татарстана в федеральной столице были под большим вопросом. Конечно, из-за пандемии. Буквально в считанные дни все решилось, и татарский культурный центр столицы начал принимать гостей. По записи, в масках и перчатках. Но самое главное, что истосковавшиеся по родному московские татары снова вместе с Татарстаном. Финал красочного конкурса «Татар-КЗ», встреча с заслуженными писателями республики, этап эстафеты флага столетия ТАССР и многое-многое другое. В этот юбилейный год Дни культуры превратились в неделю. Одно из самых ожидаемых мероприятий – открытие выставки в Третьяковской галерее «Шедевры из Казани от Рериха до Кандинского». В 2012 году в Третьяковской галерее уже проходил две большие выставки из Казани. Одна была приурочена к дню рождения Бакиру Манче, другая – к юбилею Николая Фешина. Выставка «Шедевры из Казани» от Рериха до Кандинского расположилась в залах, которые рядом с основной экспозицией Третьяковки, одного из самых посещаемых музеев мира. 48 полотен из Государственного музея изобразительных искусств республики будут экспонироваться в Москве до ноября. Есть ряд художников, которые очень редкие. Редкие вообще в российских собраниях. Например, Синезубов, поскольку он сразу же после 20-х годов он уезжает в Париж и оставляет здесь собрание у друзей. Так оно и попадает к нам. Эта уникальная коллекция художников русского авангарда хранится в Казани 100 лет. Это первое на самом деле открытие после снятия карантина. Все остальные выставки мы открывали в режиме просто пресс-показа. И я счастлива, что это открытие происходит на таком невероятном уровне. Еще одна художественная работа, на этот раз скульптура, привлекла внимание татар Москвы и Татарстана. На Химкинском кладбище был открыт надгробный памятник легендарному разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге. Благодаря им, этим героям в том числе, могут проходить праздники и звучать веселые песни, а регионы страны развиваться и крепнуть. Все виды спорта развиваются в Татарстане. Спектр большой и везде большие успехи. Это уже достояние народа и здоровье нации Казахстана. Со столетием республику поздравляют и те москвичи, для которых Татарстан является родиной. Я уверен, что тот задел, тот динамичное развитие республики, которое сегодня есть, оно будет и дальше продолжаться. Конечно, мы переживаем непростые времена и в экономике, но самое главное, я хочу пожелать, чтобы все вы и ваши близкие были живы-здоровы, чтобы вот этот коронавирус, он еще никуда не ушел, но мы научились работать, жить в режиме, поэтому берегите себя, мы всегда рядом. Приезжайте в Татарстан, мы всегда с удовольствием приезжаем в нашу столицу. Бигзур Рахмасыз Галун Шлатов. Подарки, ордена и медали, благодарственные письма от мэра Москвы стали приятным дополнением к празднику. В числе награжденных и коллектив московского филиала ТНВ, который уже 20 лет связывает информационным мостом Москву и Татарстан. О том, какие мосты еще связывают наши субъекты и насколько они крепки, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью ТНВ в Москве. Сергей Семенович, а какие из совместных проектов вы считаете наиболее интересными? Самый интересный, пожалуй, тот, который мы реализуем последние 2 года, это создание суперинновационного транспорта электробусов, который создан по техническому заданию Москвы на КАМАЗе, и я без всяких обиняков считаю, что это один из лучших мировых проектов в области экологического городского транспорта, и у которого огромное будущее, огромное, без привлечения огромное будущее. Помимо этого, это огромные проекты, связанные с поставками сельского хозяйства, продуктов сельского хозяйства в Москву. Сергей Семенович, ну как вы, конечно, знаете, текущий год в республике юбилейный. Как вы считаете, на ваш цепкий профессиональный взгляд, с каким достижением Татарстан пришел к этой юбилейной дате? Я думаю, главное достижение, что Татарстан работает как единая команда. Вот. Не о всех регионах это возможно сказать. А о Татарстане это возможно сказать. От самого низового уровня до руководства республики это какой-то цельный организм, который заряжен одним. Он заряжен энергией, задачей прорыва, задачей движения вперед,
И вот эта вот хорошая активность, хорошая такая агрессия, даже агрессивность и амбиции, они очень отличают Татарстан. И замечательно. И, конечно, очень важно, что всегда вот везло и во времена Шаймиева, и сегодня, во времена, когда руководит республикой Рустам Нургалиевич, всегда была сильная управленческая команда, это тоже очень важно. Я от всей души поздравляю республику, народ Татарстана с таким юбилеем замечательным, столетием. Юбилей не самое главное, самое главное, с чем ты подходишь к этому юбилею. Татарстан может гордиться тем, что было сделано за этот век. Дина Гзалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров. «Семь дней». Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.